Но есть и негативные моменты, да, которые мы, к сожалению, упустили с начала года. И сейчас что-то пытаемся героически победить. Сил привлечено достаточно, считаю, на сегодняшний день. Адекватность управляющей компании есть и понимание. И думаю, что в кратчайшие сроки мы наведем весь порядок в городе. Не понимаю, зачем доводить до того, чтобы было прямое обращение в управляющую компанию по выполнению работ, когда управляющая компания, она же не с целью получить какую-то прибыль, она привлечена для чего? Для жителей, для благоустройства их территории, их дома. Поэтому, думаю, отношение управляющей компании к нашим жителям изменится. Если не изменится, мы им поможем сменить менталитет и отношение к нашим жителям. Мы видели с вами адекватность, видели чистоту и видели и негатив. Наверное, чуть-чуть перешагнули за 50%. Если мы в таком стиле, в такой интенсивности пойдем, то, думаю, еще 2 недели и все как бы выкосим.